Привет, меня зовут Зигзай, и с вами... Ой, чё лагает-то, а? Не знаю. Блин. Всем привет, меня зовут Зигзай, и сегодня... Чё так тихо, а? Я не могу. Всем привет, меня зовут Зигзай, с вами сегодня Вартел, и мы будем строить рандомные постройки. Да. Мы будем соревноваться. Просто не бывает. Все, нажимаю. Нам выпадает домик. Домик. Я пошел строить. Любой домик, короче, домик. Берем, ребят, вот такие вещи. Как я вот люблю домик. И вообще, просто... Я не буду говорить, а то вот услышишь. Время почти вышло. Да. А ты не знала? Ну, не знаю. Так. Осталось 5 секунд. Ну ладно, 2 минуты осталось. Я пошутил. 2 минуты 50 секунд. Так вот строим. Я уж такой дом построил, блин. Построила? Не на время мы. Я пошутил. Не на время, я пошутил. Это закончим, тогда и так. Это видео опять скучное получится. Просто строить. Я построю. Ну, а там пока. Невозможно играть, когда снимают. Полагается. Ну да, я должен снимать. Это вообще мало нет. Ой, блин. Может переснимем? Заново. Не весь в эту серию. Это будет пойдет в кадр неудачный. Ой, неудачный серий. Ну что там? Всем привет. Я построил 2 домика.
смотришь ролик, увидишь. Ну, я снимаю. Что? Котики в Майнкрафт. Строим третий домик. Так замечательно, я строю домик. Строишь? Не строю. Это строил. Красота. Надпись. А я уже город. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Эй. В общем, я вернусь, когда мы достроим. Да. Получилось, мы пошли уже смотреть. Мы уже пошли смотреть, что получилось у Вартел, потому что у нее получилось довольно-таки хорошо. И ступаем. Ну, Вартел, как вы могли не дать? Все, я пришел. Домик. Я могу тут пролететь насквозь. Дуть будет. Дуть. Погромче говори. А вот тут. Ну, в сундуке ничего не лежит. Это уже минус. Нечаянно. Нет. Видите, тут уже дорожка встречала. Это мусор. Тут было написано одно слово, но ты увидишь в ролике. Мусор, типа. Зато у вас, смотри, полные условия для жизни. Да. Смотри, и диванчик есть, смотри. О, я помню. Какой домик? Вот этот или этот? Вот этот? Нет, там другие домики.
продувать будет. Не, не будет тут. Ну я вот лично думаю, это твой лучше получился. Из 10. Семь. А себе я даю оценку. Себе я 2 даю балла. А если не будет слушать? Твердую. Семь. А я думал вообще ноль. Ну давайте тогда следующую постройку. Давай. Так, полетели посмотреть следующую постройку, чтобы мы посмотрели следующую постройку, нам понадобится нажать на вот эту вот штучку. И... Давай, что она выпала и... Она выпала, быстрее говори, и... Какая... Давайте тогда в аэропорте свинку построим, все. Но аэропорт у меня как раз вот завалялись секретные чиды, которые сделают наш аэропорт. В яйцах.